Сегодня барнаульцы побывают сразу на двух свадьбах за один вечер в Театре музыкальной комедии премьеры «Водевиля». Две свадьбы – это классический русский водевиль с его комизмом, интригами и, конечно, моралью. Режиссер Татьяна Столбовская поставила его по мотивам произведения Павла Федорова «Свадьба с вензелями» и рассказу Чехова «Свадьба с генералом». Отличительная особенность жанра, характерные персонажи – в каждом можно узнать себя или своих знакомых. Побывать на премьере двух свадеб зрители смогут уже сегодня в 18:30, а также 4 и 5 марта. Здесь, по-моему, каждый персонаж вносит свою такую лепту и дольку юмора, очень хорошего, тонкого юмора. Это классика все-таки, в конце концов. Зрелищность и юмор, какое-то хорошее настроение мы надеемся подарить нашему зрителю.